70 миллионов евро. Столько получит наша страна на реализацию мер по смягчению воздействия COVID-19 на здоровье человека и занятость населения. Соглашение о кредитовании подписали Министерство финансов Молдовы и Банк развития Совета Европы. Большую часть денег, 40 миллионов евро, направят на здравоохранение. На них приобретут медицинское оборудование и расходные материалы, а также отремонтируют и преобразуют медучреждения. Еще 30 миллионов евро направят в поддержку малых и средних предприятий, пострадавших в результате кризиса. Деньги покроют бюджетные расходы на 2020-2022 годы. Процентную ставку будут устанавливать при перечислении каждого транша.